В Китае продолжают регистрироваться новые случаи заболевания гриппом птиц. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано уже более 100 случаев заболевания. 20 из них закончились летальным исходом. В целях недопущения ввоза распространения вируса на территории Российской Федерации Роспотребнадзором приняты меры по усилению надзора за заболеваемостью и циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ. Особенно это касается Забайкальского края, граничащего с Китаем. В частности, данные указания о проведении термометрии гражданам, прибывающим из Китая, лаборатории должны быть оснащены необходимыми диагностическими препаратами для организации исследований на грипп птиц. Лицам, осуществляющим туроператорскую и турагентскую деятельность, необходимо информировать население о неблагополучной эпидситуации. Проводится лабораторное обследование всех тяжелобольных, подозрительных на инфицирование вирусом гриппа птиц. Российским гражданам рекомендуется при выезде в неблагополучные территории Китая соблюдать меры личной профилактики, немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.